комментариями, когда выигрываешь 3-0, конечно, это и огромная радость, и ну, большое удовлетворение. И то, что победа, и важно, что как раз на ноль сыграли, не пропустили. Ну и проход в следующий раунд. Поэтому, конечно, старт нового сезона. Важно, конечно, очень начинать с победы для ребят. В первую очередь, чтобы им еще больше уверенности в своих силах почувствовать. Ну, получилось, что для вас это был дебютный матч тренерский на профессиональном уровне, главного тренера именно. Получилось, Красногорск начал работу, а в итоге... Ну, стартовать не удалось, да, из-за карантина. Ну, хорошо, хоть сейчас, я уже сейчас уже в напряжении был. Может, опять не удастся дебютировать. Поэтому хорошо, что удалось так. Удалось удачно. Поэтому все. Будем двигаться дальше вперед. Мы на самом деле молодая команда. И всего лишь сегодня еще даже нет месяца, как мы первую тренировку провели 6 июля. Поэтому мы только еще в начале пути, и только еще нам много еще работы. И устранять еще много недочетов. Ну и с какими чувствами? Матч в Раменском. Город да, не чужой, мягко говоря. Да, ну какие чувства? Это только такие, знаете, как приятных воспоминаний и ностальгии. Вот с какими чувствами. Очень хотелось бы самому выйти на такой прекрасный газон, на этот стадион опять. Но уже, к сожалению, время назад не отмотать нельзя. Вот, поэтому, ну так. А в остальном, я говорю, только я всегда в Раменск приезжаю только с приятными чувствами. Вот.